Қайырлы күн, құрметті әріптестер, ханымдар мен мырзалар, орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз конференциясына қош келдіңіздер. Бүгін біз инновациялық технологиялар паркі Дербес кластерлік қорының қызметі туралы айтатын боламыз. Уважаемые коллеги, дамы и господа, сегодня мы поговорим о деятельности автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» и формировании новых отраслей казахстанской экономики. В настоящее время, когда мир находится на пороге четвертой технологической революции, развитие инновационных секторов имеет важное значение для экономики страны. О направлениях этой работы, о ее специфике, достигнутых результатах и ожидаемых целях мы сегодня поговорим с нашими гостями. Позвольте представить. Генеральный директор автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» Санжар Ульфатович Китебеков, глава филиала McKinsey & Company в Казахстане Юкия Масимайнен, а также управляющий директор по правовым вопросам автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» Айгерим Низамадиновна Каюпова. Добро пожаловать, уважаемые гости, мы рады приветствовать вас. Позвольте первое слово предоставить вам, Санжар Ульфатович. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники брифинга. В прошлом году правительством Республики Казахстан был сформирован автономный кластерный фонд на базе существующего парка инновационных технологий. Это новая управляющая компания, которая теперь управляется своим законом и может является оператором 1% совокупного годового дохода недропользователей, которые направляются на инновационные проекты. Это часть обязательств недропользователей, и она заложена и в законе об инновационном кластере «Парк инновационных технологий», и также в законе о недрах и недропользовании. Инновационный кластер «Парк инновационных технологий» – это один из двух национальных инновационных кластеров, которые призваны развивать инновационную составляющую в экономике Республики Казахстан. Глава государства является председателем попечительского совета фонда, премьер-министр является главой управляющего комитета автономного кластерного фонда. На сегодняшний день, вот за год работы, нам удалось объединить под эгидой кластера не только СЭС, но и ресурсы города Алматы. На сегодняшний день это 18 вузов, 16 НИИ и 2 технопарка. То есть это все собрано в единый кластер для обеспечения хорошего потока инновационных проектов. Ну, как вы знаете, Алматы имеет огромный потенциал. Сейчас там более 100 вузов и научно-исследовательских институтов, и мы говорим о где-то 130 тысяч студентов и молодых специалистов, которые находятся в Алма-Ате. Поэтому первостепенная наша задача была соединить СЭС, парк инновационных технологий, с теми возможностями и ресурсами, которые есть у города. Сегодня в парке инновационных технологий, в СЭС, находится около 150 компаний. Они показывают хорошую динамику роста, это примерно 30% в год. Есть целая серия совместных предприятий с Российской Федерацией, Южной Кореей, Израилем, Швейцарией, Нидерландами, Италией, Турцией, Польшей. 47 из этих 150 компаний работают экстратерриториально, то есть они получают те же преимущества, налоговые преимущества, что и резиденты парка, кроме там, налогов, связанных с землей и импортом компонентов. В настоящее время стратегия фонда включает две составляющие. Первое – это создание совместных технологических центров с транснациональными компаниями. Это делается для повышения вообще компетенции, создания критической массы и экспертизы в технологиях, и в надежде, что это станет точкой роста для новых направлений, новых секторов.
И вторая часть программы – это отвечает на, для создания критической массы, направленной на малый и средний бизнес. Это программа «Стартап Казахстан». Программа «Стартап Казахстан» – это программа по привлечению 500 стартапов, включая зарубежные, в Республику Казахстан для практически работы с теми индустриями, которые входят в программу, государственная программа индустриального инновационного развития. Также автономный кластерный фонд активно принимает участие в разработке новой программы «Цифровой Казахстан», которая будет внедряться уже, я надеюсь, в этом году и в последующие года до 2025 года. Значит, на сегодняшний день по созданию совместных центров технологий уже заключены три соглашения. Два из них с компанией McKinsey и Company. Первый – это по созданию центра компетенции в горно-металлургическом комплексе. Это совместный проект на паритетных началах. И здесь основная цель – это создание практик по индустрии 4.0. Вы знаете, индустрия 4.0 – это глобальная компьютеризация всех процессов, которая позволяет оптимизировать весь процесс и, следовательно, снизить стоимость продукции, себестоимость продукции. И также практики бережливого производства, что очень важно. Тоже позволяет повысить эффективность и снизить стоимость. Также другие направления в этом центре – это переход на новые международные стандарты КРИРСКО, включая технический регламент по подтвержденным запасам и также инвестиционную составляющую Investment Advisory, которая, мы надеемся, позволит привлечь финансирование в ГМК-сектор. На сегодняшний день в центр изъявили желание участвовать такие компании, как Google, ThyssenKrupp, AutoTech, Siemens, и ведутся переговоры с сериями других компаний. То есть в данном случае этот центр является той площадкой, которая удобна как и для недропользователей, так и для технологических компаний. На сегодняшний день заключены уже два меморандума на общую сумму более 500 миллионов тенге о участии евразийской группы и группы компании «Полиметалл» по пилотным проектам, которые направлены в том числе на индустрию 4.0. Также, как я сказал, с компанией McKinsey у нас второй проект. В этом году мы формируем центр по новым материалам и аддитивным технологиям. Это второй сектор, который мы видим, имеет очень большое будущее в республике и позволит создать ту добавленную стоимость, которая сегодня необходима в плане экономических реалий. Основной фокус – это производство нового типа, это практически материалы для производства нового типа. Мы говорим о порошковой металлургии, мы говорим о полимерах как продуктах нефтехимии и, естественно, мы говорим о новых производственных процессах, аддитивное производство, что является 3D-печать, 3D-принтинг. Также уже подписано соглашение по третьему центру, это совместно с компанией IBM. Мы создаем центр финансовых технологий. Здесь упор идет на новые технологии. Вы, наверное, слышали. Это технологии блокчейн. Блокчейн сегодня меняет основы всех финансовых операций. И мы видим большой эффект и как на
биржах, так и на простых транзакциях, так же, как и мониторинг Нацбанка. Также очень много изменений может быть в сфере вот электронного правительства. Блокчейн из себя представляет сертификат, цифровой сертификат, который нельзя подделать, и управление вот этими или ассоциирование с активами позволяет прозрачно практически вести учет и бизнес. Также у нас в планах создание центра по умным технологиям. Сейчас мы находимся в стадии формирования наших партнеров и договоров. Основное направление – это, конечно, умный город и также индустрия 4.0. И в 2019 году мы планируем создание центра по новой энергетике по результатам Экспо-2017. По программе «Стартап Казахстан» тур уже начался, отбор идет. В этом году мы планируем обучить около 40 проектов, то есть программа «Стартап Казахстан» ассоциирована с международной программой акселерации, то есть это программа обучения, которая позволяет подготовить стартап для того, чтобы он свободно чувствовал себя на рынке, имел и нормальную бизнес-модель, стратегию привлечения инвестиций, так же, как и технологическую составляющую. То есть вот эти стартапы формируются для того, чтобы они прошли обкатку в этих технологических центрах, которые я только что упомянул. То есть это уже мы называем процесс инкубации. В районе 10 проектов из этих 40 получат в этом году дальнейшее финансирование в районе до 100 тысяч долларов. И, возможно, если они станут участниками специальной экономической зоны, также преференции этой зоны. Здесь важно отметить, что для этого мы привлекаем финансирование зарубежных венчурных фондов, которые составят в районе 30% от той суммы, которая тратится на инвестиции на эти стартапы. В общем, мы ожидаем, что где-то в районе на 1 тенге из госбюджета эта программа привлечет где-то 2,5-3 тенге от частного капитала. В этом состоит и наше основное отличие как института развития. Наша задача – привлечение или вовлечение частного капитала в работу всей экосистемы. Сегодня, вернее, завтра будет проходить очередной этап тура здесь, в городе Астана. 7 июля будет финальный этап уже проходить в городе Алма-Аты. До этого, пару недель назад, мы провели в Чимкенте. Также в порядке стоит Атырау. И мы также провели отбор проектов в Минске, в Сколково, это Москва, в Новосибирске, в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день уже отобрано 650 проектов, которые будут в дальнейшем просматриваться фондами. Инвестиционные решения здесь принимаются самими фондами. Важно отметить, что мы пытаемся создать ту экосистему, которая позволяет нам в первую очередь обратить внимание на развитие малого-среднего бизнеса как нового потенциала для развития экономики Казахстана, привлечение частных инвестиций в эту экосистему и те инструменты мы пытаемся консолидировать все возможные инструменты, чтобы точечно направить на развитие тех возможностей, которые есть у Республики Казахстан. В первую очередь это стратегические отрасли и те новые сектора, которые могут развиться как последовательно из этих отраслей. Я уже привел пример, это горно-металлургический комплекс и, например, новые материалы. Это последовательная цепочка,
а после этого мы можем говорить и об энергетике, как продукт точного машиностроения и так далее. Ну, умные технологии – это создание цифровой экономики, это практически сегодняшние требования всей индустрии, то есть это новый индустриальный уклад. На этом хотел завершить. Спасибо. Благодарим вас, Анжалев Ульфатович. Мистер Максимайнен, пожалуйста, вам следующее слово. Уважаемые коллеги, я кратко расскажу о двух аспектах. Первое – о предыстории. Почему McKinsey и компании решили работать, инвестировать, участвовать в этих центрах? И второе – какие конкретные инициативы и действия, которые были предприняты? Когда я ездил и встречался с людьми и обсуждал с ними инвестиционные стратегии в этих двух центрах, основной вопрос, который мне задавали, это почему McKinsey инвестирует в инновации? Почему McKinsey инвестирует в горнорудную и металлургическую промышленность? И почему в Казахстане? Если я начну с того, что McKinsey, почему McKinsey, наверное, это удивляет некоторых людей, почему мы заинтересованы в инвестициях, потому что обычно McKinsey известен как консультант, стратегический консультант, который работает в этой отрасли уже 90 лет. Но сегодня цифровизация и технологические аспекты становятся основными стратегическими приоритетами для нас. Это одна из отраслей остров, в которые мы направляем наши усилия. Недавно мы закончили приобретение Quantum Black. Это одна из наиболее эффективных компаний в больших данных и аналитике данных. Например, Formula использует такие продвинутые решения, которые производит Black. То есть это один из примеров, как мы растем в цифровизации. Второе, как бы мы хотели продолжать расти, как инвестиции в совместные предприятия, которые мы делаем с нашими выборочными партнерами. Казахстан. Для нас это естественный выбор, когда мы говорим о горнорудной промышленности и у инвестиций в горнорудную промышленность. Почему? Потому что, первое, у Казахстана ведущие позиции в этой отрасли, примерно 130 тысяч человек в Казахстане работают в крупнейших металлургических компаниях, более 50 месторождений, 25 обрабатывающих фабрик, очень много разных продуктов, таких как металлов, как ураний, цинк и медь. То есть положение Казахстана очень сильное. И поэтому для нас это совершенно естественно находиться здесь и инвестировать в эту отрасль. С другой стороны, вовсе не секрет, что Казахстан и горнорудная промышленность сталкиваются с большими вызовами касательно производительности. Производительность сокращается, по всему миру сокращается на 7% в год, и в Казахстане от 6 до 10% сокращения идет в производительности. Поэтому необходимо повышать производительность, особенно когда касается рентабельности, то есть сколько продукта можно продать из использования материалов, сырья. То есть эту область можно улучшить только с помощью инновационных технологий. То есть нет более естественного места, где инвестировать только как та страна, которая сталкивается с такими сложностями. Поэтому мы считаем, что для нас это совершенно естественно приложить усилия здесь по развитию данных отраслей и нахождению решений. И второе, последнее. У нас есть здесь партнер по сотрудничеству. Это автономный кластерный фонд, который предпринимает большие усилия по разработке новых бизнесов с помощью инновационных технологических решений. И мы уверены, что вот эта платформа, которую сейчас создают, является оптимальной платформой для современного мира по развитию инновационных технологических решений, например, для потребностей горнорудных и металлургических компаний для развития инвестиций. И
Что уже обсуждается, какой уже проявлен интерес, и как господин Исикешев рассказывал о том, что Google проявил интерес в инвестициях здесь, особенно в горнорудной отрасль, привлечение технологий, инноваций Siemens. Это международные компании мирового уровня, и мы уверены, что это отличная платформа для McKinsey также участвовать в этих инновациях и развитии технологий. Какие конкретные шаги мы планируем предпринять? Я кратко расскажу о трех инициативах, которые уже сейчас идут. Значит, первый элемент — это строительство мини-пилотной линии. Мы говорим о строительстве реальной, функционирующей фабрики 100 килограммов в час производства. Там будут все такие основные элементы, как измельчение, концентрация, агломерация. Все, что касается гидрометаллургии, мы будем использовать эту линию для обучения в течение одной недели персонала из горнорудных компаний. И идея в том, чтобы использовать новейшие цифровые технологии для обучения. То есть в начале недели эти сотрудники компании увидят, как работает эта производственная линия. И в течение недели будут обучающие модули, которые покажут, как на практике применять. И затем участники обучения увидят в конце недели, как уже идет производство с использованием новейших технологий, цифровых технологий, и как можно достичь глобальных эталонов производительности в международном плане. В данный момент мы сейчас разрабатываем планы, анализируем список приобретения оборудования, и мы надеемся начать строительство уже в третьем квартале этого года в Алма-Ате. Дополнительно к обучению, которое я только что описал, эта мини-пилотная линия также может быть использована для тестирования образцов руды. Там будут установлены цели параметров производительности, что это поможет привлечь инвестиции в Казахстан, потому что это даст более достоверную информацию о характеристиках Казахстана, о руде в Казахстане. То есть мы говорим о новейших технологиях, как их применять. То есть на этом уровне профессионализма такое нигде в мире еще не строилось. Второй ключевой элемент, который мы реализуем, называется цифровой баланс металлов. Мы начали это делать на трех пилотных площадках в Казахстане. То есть мы берем конкретное производство в металлургии, всю цепочку производства, оцениваем текущий уровень использования инноваций и цифровых технологий, определяем, какие решения, которые необходимо дальше разработать в краткосрочном периоде, и как они могут быть реализованы, и мы поможем их реализовать на практике, эти решения. Какое нужно оборудование, какое нужно обучение, какие нужно новое программное обеспечение, аппаратное обеспечение. Эта работа проводится в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, ведущими в мире, у которых есть опыт в анализе больших данных, и мы также вовлекаем огромное количество поставщиков аппаратного обеспечения и многие ведущие компании в этой отрасли. Третья область, в которой мы начали работать, это программа для поставщиков. У Казахстана до сих пор есть огромная возможность улучшения местного содержания в поставке товаров и услуг для потребностей горнорудных компаний.
Например, Чили, Латинская Америка, там можно было это применить успешно. То есть мы видим, какие элементы сейчас импортируются в Чили, и даже при наличии каких-то сложностей все равно можно что-то применять и использовать в секторе. Как можно производить это на местном уровне, на более продвинутом уровне? Новые материалы, которые сейчас можно вовлечь, играют очень важную роль. Что-то может быть в горнорудном, может быть, нам нужно использовать какие-то новые материалы, может быть, какие-то расходные материалы, либо расходные части оборудования можно производить здесь из разных сплавов, чтобы достичь большую рентабельность. И это третий элемент, в котором мы сейчас проводим планирование, и мы также будем очень активно участвовать, продвигаться. Мы уверены, что данные центры предоставят значительные преимущества для ключевых заинтересованных сторон, например, страны горнорудных компаний. Это позволит компаниям улучшить их конкурентоспособность и производительность их существующего производства, снизить расходы и создать более стабильную экономическую модель работы. С учетом того, что цены на сырье очень волатильны, то сокращение расходов принесет большие преимущества на этом рынке. Далее будет создан дополнительный доход для этих компании. После того, как мы увеличим рентабельность, то есть мы сможем производить больше металла с более такого же количества исходных материалов, будет дополнительный доход, который можно реинвестировать в отрасль, и это создаст дополнительные рабочие места и экономические выгоды. Другие заинтересованные стороны – это все производители технологий. Для них данная платформа, кого сможет привлечь данная платформа, это ведущие компании, партнеры, которые будут участвовать в этом процессе, приводя с собой технологические инновации в Казахстан. Вначале мы сейчас не будем говорить, что у нас какое-то большое количество людей. Мы говорим о деятельности в основном, но в дальнейшем мы верим, что также будет увеличиться и рабочие места для высококвалифицированных сотрудников, и также создадутся возможности для местных стартапов, которые будут очень в близком сотрудничестве работать с ведущими международными компаниями, не только с McKinsey, но и с Google, ABB, Siemens, Otto и так далее. И со временем это не только вопрос применения инноваций в Казахстане, в горнорудных компаниях, но эти компании, эти местные компании, они смогут начать экспорт и предоставлять услуги также за пределами Казахстана. Мы, как McKinsey, мы работали в Казахстане уже много лет. У нас более 50 человек сотрудников в Астане и в Алмате в наших офисах. И мы уверены, что для нас это прекрасная возможность далее усилить область цифровых и технологический компонент нашей деятельности. И это дает также доступ к нашим услугам для местных технологических и горнорудных компаний, что мы считаем принесет большие преимущества Казахстану. И мы считаем, что у Казахстана есть отличный потенциал роста, и мы заинтересованы инвестировать в Казахстан. Мы очень благодарны за сотрудничество как казахстанскому правительству, так и нашим партнерам из автономного кластерного фонда, которые смогли предоставить нам уже, и мы надеемся, что мы сможем доработать все наши последние шаги и уже приступить к строительству мини-пилотных участков. Thank you very much, Mr. Максиманин. Благодарю вас, уважаемые гости, за предоставленную информацию. Сейчас, уважаемые коллеги, вы можете задать вопросы нашим гостям по теме пресс-конференции. Пожалуйста, первый вопрос. Стратегия 2050, Ботугу Сайджанова. Мы слушаем вас. Добрый день, спасибо. Вот у меня такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, да, вот о проектах, об успешных проектах программы акселерации Tech Garden. И вот уточнить могли бы вы, в своем докладе говорили о том, что подписано два меморандума с компанией Polymetal на более чем на 500 миллионов тенге. Об этом более подробно можно? Вот, в рамках какой программы и в целом как будет осуществляться и реализовываться этот меморандум? Спасибо.
Значит, два меморандума, которые подписаны, это меморандумы именно по работе Центра компетенции для горно-металлургического комплекса. Речь идет о пилотных проектах и создании модельного производства, которые Юка Максимайнин сейчас упомянул. Помимо этого, уже 150 миллионов тенге были отправлены на стартапы, на малые компании по различным более мелким проектам, которые, на которые запрос выставляет сам недропользователь. У нас, через нас осуществляются вот эти обязательства по 1% СГД на НИОКР недропользователей. Но недропользователи здесь сами выбирают проекты, а наша задача сформировать хорошее предложение, хороший выбор этих проектов. Значит, программа акселерации – это первый шаг, наша первая попытка. В прошлом году из 1500 проектов мы отобрали 27 проектов. При сотрудничестве с Национальным агентством по технологическому развитию были выданы гранты. Большей части этих проектов, 15 из них успешно закончили программу акселерации, часть из них отсеялась в процессе. На сегодняшний день 7 проектов привлекли частные инвестиции. Суммы варьируются от нескольких миллионов долларов до, там, скажем, 20 миллионов тенге. То есть 7 проектов – это привлекли частные инвестиции. Здесь идет полный набор как и индустриальных проектов, например, умная поливная система, лазерная технология промывки оборудования на молокозаводах. Есть биопродукты, есть система управления предприятиями, есть приложение, которое помогает ДВД города Алматы регистрировать дорожное происшествие и серьезно уменьшает время этой регистрации, то есть решает проблему тех заторов, которые создаются в результате ДТП. То есть это конкретные примеры. Здесь город Алматы нам очень помог в плане то, что дали задачи, которые сейчас необходимо решать городу. Программа акселерации – это международная программа, то есть мы привлекаем и зарубежных спикеров, и используем наших специалистов, чтобы практически обучить стартап. Благодарю вас за ответы. Пожалуйста, уважаемые коллеги, следующий вопрос. Представьтесь, мы вас слушаем. Good afternoon. I'm a representative of Ortcom KZ. Mr. Максиманин, пожалуйста, скажите нам, кто основные заинтересованные лица и заказчики данных центров? И как данные центры сделают вклад в казахстанскую экономику? Спасибо. У нас разные заинтересованные стороны. И я начал с горнорудных компаний. Это казахстанские горнорудные компании. Это как самые крупные горнорудные компании, так и среднего размера горнорудные компании и более такие мелкие начинающие. Данные компании, они на первом шаге будут применять новые технологии, инновации. Что касается цифровизации, применения инструмента, цифровых инструментов, повышения рентабельности, аналитики. И для них это будет значительное повышение производительности. Мы везде видели в мире, что от 20 до 25% производительности можно достичь, поднять производительность, когда горнорудные компании применяют эти новейшие цифровые технологии как целый пакет. И мы уверены, что возможно это сделать и в Казахстане. Для горнорудных компаний это будет сокращение расходов, более стабильная экономическая модель управления, рост в будущем. Вот все это даст.
Второе. Для технологических компаний, и я сейчас говорю о крупных технологических производителях, таких как Google, Siemens, ADB, и также более мелких стартапы, которые здесь в Казахстане существуют, которые для них это дает отличную платформу для развития этих решений. Во-первых, это в казахстанском контексте чрезвычайно актуально, и далее можно будет полностью создать полностью готовые проекты, решения, продукты. Можно тогда экспортировать это за пределы Казахстана. Мы уверены, что это большой потенциал в этом существует у Казахстана. Сейчас очень трудно оценить цифры, сколько проектов в год или что-то в этом роде. Но в целом в мире существует тысячи концентраторов, и каждый такой концентратор потребует в будущем решения индустрии 4.0, какие-то оптимизации производительности с помощью цифровых инструментов. И для McKinsey это уникальная возможность по разработке инновационной технологии в цифровизации. Это один из нас пунктов роста, в которую мы сейчас направляем наши усилия. Для нас будет преимущество в этом плане. Наши ожидания таковы, что не только казахстанский рынок, но и мы сфокусируемся на наших глобальных клиентах на международном уровне. Мы сейчас представлены в 65 странах, то есть для нас это отлично, что мы можем разработать здесь, а потом масштабировать на все страны. И последнее, для казахстанского правительства в долгосрочном плане это представит дополнительные налоговые сборы, значительные увеличение экономической активности, повышение конкурентоспособности промышленных компаний не только в горнорудном секторе, но также для поставщиков в горнорудной отрасли. Thank you very much. Пожалуйста, следующий вопрос. Телеканал Казахстан. Слушаю вас. Саламатсыздар ма? Казахстан телеарнасы, Азамат Нугманов. Менің сұрағым, жаңа инновациялық компаниялар дамытуда жер қойнауын пайдаланушылардың жаңағы жылдық жиынтық табысының 1% қандай рөл атқарады? Өздеріңіз білетіндей, жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Қазақстан Республикасының заңының 76-шы бабына сәйкес жер қойнауын пайдаланушылары осы ғылыми-техникалық, тәжірибелік, конструкторлық және де инновациялық осы кластарымыздың инновациялық жобаларын қаржыландыруға міндеттері бар. Сонымен қатар осы салық кодексіне сәйкес жер қойнауын пайдаланушылар іс жүзінде осы біздің қорымызға жіберген шығыстардың сомасын шегерімге жатқызуға құқылы. Қордың негізгі мақсаттарының бірі, бағана атап өтілгендей, мұнай-газ және тау-кен секторларын қоса алғанда экономиканың басым бағыттарын дамыту, сонымен қатар инновациялық жобаларды қаржыландыру арқылы экономиканың жаңа салаларын қалыптастыру. Бұл бағытта біздің дербес кластерлік қор жер қойнауын пайдаланушыларына осы солардың нақты технологиялық осы міндеттерін шешуге жобаларды қарастырып, дайындап, соларға қарастыруына іріктеуіне ұсынады. Және де осыған байланысты инновациялық жобаларды дамытуда жер қойнауын пайдаланушылардың осы жылдық жиынтық табысының 1% мөлшерінде бөлінуі жер қойнауын пайдаланушылардың айналасында сервистік индустрияны қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар экономиканы әртараптандырып, жоғары технологиялық өнімдердің пайдалы болуына жағдай жасайды. Және де қазіргі таңда дербес кластерлік қор және де ірі осы Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдаланушыларының арасында 250 миллион шамасында біздің келісімшарттарға қол қойылған осы инновациялық жобаларды қаржыландыру бойынша. Және де қазіргі таңда жер қойнауын пайдаланушылар осы жобаларға деген өздерінің талаптары өте жоғары. Соның арқасында осыған орай осы жобаларды іріктеуден өтіп, қазір 10-нан аса сәтті жобалар жүзеге асырылып жатыр. Рахмет. Көп рахмет сізге. Уважаемые коллеги, следующий вопрос. Есть ли желающие задать вопросы? Если вопросов больше нет, в таком случае мы завершаем нашу пресс-конференцию. Позвольте поблагодарить вас всех за активное участие. Благодарим вас, уважаемые гости, за предоставленную информацию. Всего доброго, до скорых встреч.